Новая жизнь старых прудов. В Белгородской области общественному самоуправлению передадут 21 водоем. Будут разработаны типовые договоры аренды для осуществления рекреационной деятельности и эскизные проекты благоустройства берегов. На каждом водном объекте должны появиться зоны рыбалки и зона отдыха с оборудованным местом для купания. В Старом Осколе стартовал второй этап всероссийского филателистического конкурса, на котором коллекционеры со всей страны представили редкие марки и открытки спортивной тематики. В течение месяца выставка побывает также в Губкине и Белгороде, после отправится в другие регионы. С приходом холодов в профессиональной лиге начинается перерыв, который продлится до апреля. Итоги первой части сезона белгородский футбольный клуб «Энергомаш» подвел на пресс-конференции. Своими оценками и мнениями поделились главный тренер команды Виктор Новаченко и защитник Сергей Бутырин.